Ну, кукарача это уже для меня было, я как бы уже был студентом, я закончил филологический, был студентом театрального института. Но в институте у нас был Михаил Иванович Туманишвили, который не поощрял, когда ты шел на съемки. Ну, я все-таки летний период совпал с этими съемками. Там тоже, когда утвердили, ну, сказали, что давайте начнем съемку. И что надо, 23 года было мне. Мои эпизоды мы отсняли так бы быстро. Но понимаете, в чем дело? Там был очень такой коллектив и партнерский состав. Для меня был великолепный состав. Да. Леван Чанишвили, Нинель Чанкветадзе. Я с ними общался, в принципе. И вот эти съемки шли как хлеб с маслом. Понимаете, у меня дипломная работа в институте. Тоже был Муртало в этом спектакле. И в фильме тоже меня назначили как бы Мурталом. И после этого, сколько лет прошло? Где-то 25 лет прошло с выхода на экране, да? И все, опять меня зовут Муртало. Вот эти съемки были очень приятными. Вот, особенно вот очень такие внимательные партнеры. Нине Ильичан Куйтадзе и Леон Чанишвили. И вот Кэти Долидзе, которая снимала картину. Особенно нам помогли советы Батон Сико Долидзе и Батон Нодара Думбадзе, который являлся как бы нашим старшим другом. И первый день, когда назначили съемку, мы зашли к Нодару Думбадзе, и он лежал больной уже. И как бы мы сказали, что давайте, как сказать, благословите нас, так застрял сейчас. Благословите, говорим. И когда жена вышла, колбатон нанули, он вынул из стакана и сказал, налей чуточку. Так нельзя, на сухом. Так, благословите, и он сказал, что дай Бог вам здоровья. И фильм имел большой успех как в Грузии, так и по всему Союзу. Я помню, как я по Москве ходил, тогда еще на другом картине был, потом на съемках. И все узнавали. И, понимаете, когда в Москве узнают тебя, автографы просят, и это самое, там тогда еще какой год был. Очень приятно становится.